Всем здравствуйте, с вами Счастливая Улитка. Про жизнь елочки Писаиглоука Коника я снимала каждый месяц в течение года. Когда купили, как пересаживали первый раз, сколько поливали, насколько выросла. То есть все абсолютно снимала. На этот плейлист я оставлю ссылку в описании к этому видео. Елочка у меня уже 1 год и 5 месяцев. Иголки стали редкими, вода протекает сквозь землю очень быстро. Решили сменить землю. Пересадить тот же самый горшок, но с другой землей. Вытаскиваем вместе с землей. Вытаскивайте очень аккуратно, ну, чтобы не повредить елочку. Вытащили. Дренаж оставлю тот же, что и был при первой пересадке из транспортировочного горшочка. Я снимала тогда, показывала. Его оставляем тот же самый, просто отобрала его от земли и засыпала назад. Стряхиваем землю как можно больше, но стараемся при этом не повредить тоненькие корни, их много. Смешиваем в этот раз две земли. Вы сейчас видите грунт для хвойных и обычную землю для растений. Смешали, насыпали землю в горшок, небольшое количество смешанной земли. И елочку садим в новую землю. Аккуратно складываем, насколько это возможно, все корешки. Посмотрим, как будет дальше. Сверху, после того, как мы вот посадили, мы еще присыпали землей. Живет она у меня на лоджии. Живет уже 1 год и 5 месяцев. Это все видео на сегодня. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.